Всем привет! Всем привет! Мы делаем в этот раз обзор торговых центров Стамбула. И начнем мы с торгового центра, в котором мы торчим уже пятый день, снимаем. Это Истинье парк. Да, нам на самом деле торговый центр нравится больше всего, потому что тут собраны как масс-маркет бренды, так и люксовые бренды. Вообще он очень-очень большой. Очень современный и красивый, что немаловажно. И мы действительно торчим здесь пятый день не просто так, а потому что мы просто не можем его обойти и все купить, что запланировали. А пойдем сейчас посмотрим несколько магазинов, расскажем, что нам здесь понравилось, на что стоит обратить внимание. И поскольку торговый центр действительно большой, если вы сюда приедете, то рекомендуем, ну, как-то точно выбрать магазины, потому что все обойти за один день очень сложно. Сейчас мы находимся там, где представлены в основном масс-маркет бренды, в той части. И здесь есть, как известные нам всем, Zara, Mango, Bershka, ну, в общем, все, что мы привыкли видеть и у себя в торговых центрах, так и какие-то турецкие бренды, но про турецкие бренды мы отдельно сняли видео, вы его можете посмотреть на канале. Так и какие-то, которые у нас не представлены. В частности, здесь есть бренд COS, в который мы сразу побежали. А мы идем в COS. Хорошие базовые вещи, например, 590 цена этой блузки Лир, и очень приятная ткань, цвета базовые, приятные, не все вещи идеальные, но если вы хотите хороший базовый гардероб в масс-маркет плюс сегменте, это бренд из концерна H&M, чуть выше уровнем, то обязательно обратите внимание, потому что очень хорошие, смотрите, какая красота. Классно. Он более ягодный на самом деле в жизни. И здесь он на камере кажется красным, но он такой прям красивый ягодный оттенок. Я сейчас скажу, он стоит тоже 590. И здесь, кстати, довольно широкая размерная сетка и есть большие размеры. Что нам нравится в COS, то что здесь много какого-то такого архитектурного кроя или асимметричных вещей, и все это вписано в вещь довольно повседневную, как, например, вот это платье. Посмотрите вот на эту линию, эта линия идет так, а эта линия квадратная, это очень красиво. И это, ну, приятная ткань, оно как тоненькое пальто, то есть это такая плотная шерсть. Стоит тоже 590, почему-то все, что я беру, стоит 590. Тоже можно посмотреть на обувь, есть актуальные варианты, они довольно специфичные по модели, но если вам это нравится, то по качеству они отличные. Ну, это комплект, юбка. Очень хорошо смотрится вот этот желтый, да, с серым, красиво прям у них висит. Тоже довольно все базовое, спокойное, то есть здесь не встретишь каких-то пайеток, супер экстравагантных вещей, но для составления именно... Минимализм, да, такой какой-то скандинавский, да, что ли, стиль. Но это все в очень современной интерпретации. Пойдем. Кстати, здесь хорошие тельняшки. Кто в поиске базовой, они не слишком плотные, не слишком тонкие и подойдут под многие комплекты. Здесь шикарные, шикарные футболки. Я покажу на примере мужских, но вы знаете, что в женском отделе тоже шикарные. Они разной плотности, и то, чего где просто днем, то, чего обычно днем с огнем не сыщешь, это плотные футболки, которые никак не просвечивают, не деформируются и держат хорошо форму, когда вы их надеваете. Алина купила себе две. А я покопалась по мужскому отделу немножечко. Вот, ну, например, плотный хлопок. И стоимость, кстати, для девчонок тоже подходит, только маленький размер берите. 150 лир. Это очень приятная к телу вещь. И знаешь, что я хочу еще вам показать? Мужских вещей тоже много интересно. И есть всякие интересные, классные носки. Очень мне понравились. А вот эти мои любимцы. Такие они есть по две пары, по одной, и стоимость у них 35, 35, две пары 49. Очень приятные.
сколько стоят тельняшки? 99. И у них действительно очень универсальная модель, и мне кажется, какой-то классической тельняшки там Шанель она не уступает, учитывая, что она намного дешевле. Если вы не гонитесь за лейблом, то это прекрасный вариант. А вот это мне не очень нравится. Вот это мне вообще не нравится. Такое не надо брать. Да, есть, как и везде, в принципе, модели несовременные, это нормально. Везде надо уметь выбирать. Магазины, где все идеально, не существует. Так, мы идем в Зару, Алина покажет, что там есть. Зара здесь немножко специфичная. Мы находимся на первом этаже, да? Есть минус первый, минус второй. И второй. Вот на первом этаже, где вход, Зара находится направо от входа и в самый-самый конец. Мы были в Стамбуле в других торговых центрах и тоже смотрели на Зару. Вот здесь нам понравилось больше всего. Она достаточно большая. Здесь похожий выбор, как представлен у нас. Но, тем не менее, есть какая-то своя специфика. Зара отличается, если мы посмотрим на разные города. Вот здесь все-таки, на мой взгляд, больше каких-то акцентных, больше вещей, которые привлекают к себе внимание. Но это все-таки специфика, опять же, такого восточного стиля. Я думаю, турчанки это любят. Поэтому... Европейская намного лаконичная. Да, европейская Зара, она более лаконичная, более простая. Кстати, можно заметить, что здесь достаточно много людей, но в принципе в любом стамбульском торговом центре много людей. В любой день, сейчас будний день и в воскресенье, ну, как вы понимаете, тоже примерно такая же ситуация. Не будет такого, что вы ходите спокойно по торговому центру, даже если это утро и даже если это будни. Так что к этому просто нужно быть готовыми, видимо. Также здесь представлены турецкие бренды, о которых мы еще обязательно вам расскажем, если уже не рассказали. Вот, например, один из них, это бренд Epicure. Очень современный и интересный. Мы даже собрали там несколько образов. И рядом с ним бренд Twist, мы тоже про него сняли. Вообще в Турции достаточно много каких-то кожаных изделий, много как раз-таки магазинов обуви. И можно заходить в такие магазинчики и выбирать что-то для себя, потому что, в принципе, турецкая кожа, она неплохого качества. Единственное, нужно уметь отличать подделки, да, потому что бывают иногда прям откровенные копии. Мы, конечно, не сторонники. Когда, да, когда... приобретают себе фейки. Вот. И здесь на самом деле надо уметь ориентироваться. Если, к примеру, у нас чаще всего можно встретить подделки на какие-то уже очевидные модели, там Chanel 255 или сумки с активным логотипом Dior, то здесь, например, если вы не знаете, как выглядят кроссовочки а-ля Stella McCartney, то вы с легкостью их можете себе приобрести, но не оригинал. Идеальную копию под них. Как тебе местный манго? На самом деле у нас манго мне нравится чуть больше. Ну, здесь тоже неплохой средний магазин. Почему бы и нет, можно что-то выбрать
для себя. Вообще, у меня последнее время с магазинами масс-маркета такая история, поскольку бывают удачные вещи и в Zara, и в Манго. И обычно то, что я себе присмотрю, оно очень быстро заканчивается в наличии в магазине, поэтому, в принципе, я всегда в любом другом городе захожу и проверяю. Есть ли, к примеру, те бордовые сапоги, которые я не успела купить в Zara, или их нет? Их нет, к сожалению. Я отхватила себе, заставила принести со склада. Их очень мало завозят почему-то. Мне кажется, их разбирают еще на этапе онлайн-магазина. Мне знаешь, что понравилось в этом Манго? Мне понравилось, что очень много украшений. Покажи сережки. Кстати, дуалинные сережки из Манго, купленные вчера в другом торговом центре, но здесь они тоже есть. Такие с таким каким-то мятым, необработанным жемчугом, очень красиво. И здесь больше, чем у нас, точно выбор. Пойдем посмотрим украшения, потому что у нас действительно их меньше намного. И аксессуары представлены более скудно, а здесь все-таки прям так. Здесь девчонки, видимо, любят украшения, поэтому их много продается. Да-да. Вот, например, это только один стеллаж. Покажи какие-нибудь, давай покажем какие-нибудь точно, которые всем подойдут и актуальны. Ну, как-то не знаю, но актуальны. Угу. Такие более базовые. Ага, есть. Есть, ну что, актуальные тоже более базовые. Тут очень много украшений. Я люблю украшения Марни, потому что они достаточно современные. Они делают здесь в стиле Селины Марни. Да, то есть они очень хорошо вдохновляются люксовыми брендами и отлично их воплощают. Например, такие тоже очень активные и интересные. Mm-hmm. Мне еще очень нравится. Асимметричные серьги, это сейчас очень. Или актуальные сейчас тоже браслеты крупные. У меня они. А, подожди. Прям откровенно большие, очень большие, крупные. Очень массивные, да. Сейчас это очень актуально. Пойдем к следующему. Всем все перегородили. Еще один стенд с украшениями. И даже есть, по-моему, еще кусок. Какие-то интересные, да, в виде лиц. Очень интересные. Ну, у нас, конечно, Манго украшения представлены намного меньше. Ну, это примерно как у нас стоят, они все порядка 1000 рублей. И у нас в Манго очень быстро разбирают украшения. Ну, их это возят мало и разбирают моментально. Угу. Также и с сумками, и с обувью, мне кажется. Тоже здесь надо пошире выбор. Очень мне нравятся эти носочки такого лавандового цвета, только, конечно, должно быть идеально на улице, сухо и чисто, чтобы их носить. А еще посмотри, сколько здесь ремней. У нас тоже, мне кажется, они представлены в меньшем количестве. И на самом деле у Манго иногда бывают кожаные ремни, то есть если кто-то ищет себе такой хороший базовый ремень и не хочет приобретать кожзам, то в Манго иногда бывают кожаные ремни. Итак, мы хотим зайти еще в Sephora. Немножко другой здесь ассортимент. Бэка — это очень приятная косметика. Бэка вообще супер. Но хочется отметить, что здесь нет всех тестеров, что мешает выбирать продукт. Huda Beauty, кстати. Очень у нее классные палетки. Да. Красить глаза. Но, как вы видите, они уже поюзанные. Помады очень красивые. Много оттенков. Мне еще очень нравится у них хайлайтер. Он вообще богический, я его хочу купить. Он очень клевый в жизни, да, но на камере, возможно, не так видно. Он золотинка. Вот, видно, вот теперь видно. Красивый очень. Еще здесь есть Urban Decay тоже. Корнер достаточно большой. Естественно, Sephora тоже представлена. В Истине Парк очень много магазинов солнечных очков и по очень приятным ценам. И сейчас еще скидки на них действуют.
они разбросаны просто по всему торговому центру, но мы зайдем в один, где мы уже успели себе прикупить. Sunglass Hut. Здесь очень хороший выбор по брендам, просто отличные модели. Кстати, вот этих не было, когда мы мерили. Почему? Это Miu Miu. Да, тут есть действительно очень актуальные модели. Сколько стоит? А, стоит 1130. Вот это очки, как я себе купила, они стоят 660. Ну, я очень рада, что я их купила, потому что они очень классные. Это Dolce. И, кстати, вот это еще интересная модель. Тоже очень красивая. Дополнительная скидка 20% при покупке больше, чем на 1000 лир. Опять же, если меня не подводит мой турецкий язык, который я совершенно не знаю. Здесь еще отличный на выбор айван. Очень много людей, да, потому что женская витрина, Ray-Ban, 670 они стоят. Ну, конечно же, как женские, так и мужские очки тут представлены. Эти, конечно, у них культовые модели. Тоже 660, они, в принципе, ну, недорого стоят по меркам этого бренда. А это, я так понимаю, вообще скидочная, да? Мои очки, которые я вам показывала, Dolce & Gabbana, стоят 660 там. Они мне, по-моему, на 100 меньше получилось вышли. В общем, у них здесь есть еще какие-то дополнительные скидки, которые они уже озвучивают, когда вы что-то покупаете. Ну, возможно, это где-то написано, но, опять же, мы это прочитать никак не можем. Тоже Dolce. То, что они поменяют. Да. Клевые. Получить такс-фри прямо в торговом центре. И это очень удобно, но есть несколько условий. Пойдемте, мы вам покажем. У центрального входа стойка такс-фри. Здесь можно получать такс-фри, но вам нужен будет паспорт. Обязательно берите паспорт, если вы рассчитываете получить такс-фри. За вас заполнят форму, вам нужно иметь просто эти квитанции. И очень важный момент – кредитная карта. Если у вас дебетовая карта, такс-фри вам здесь не вернут, и придется в аэропорту это делать. Потому что, ну, здесь, на самом деле, это очень удобно, и должно пройти не более 7 дней с момента совершения покупки. Поэтому вы можете отвезти всю свою красоту в отель и приехать сюда, получить такс-фри, например, там, через 2 дня. И это можно будет сделать. Сегодня мы приехали в район Зейтинбурну. Он известен тем, что исторически здесь сосредоточено как раз-таки производство кожаных и меховых изделий. И здесь очень много фабрик и очень много всяких магазинчиков, где можно приобрести как раз-таки кожаные и меховые изделия. Мы зашли в несколько фабрик. И скажем честно, что если вы обладаете большой выдержкой, то вполне возможно, вам удастся посмотреть какие-то изделия, но вероятнее всего вас будут активно склонять к покупке. Поэтому это приключение точно не для слабовольных и слабонервных. Здесь нужно быть действительно осторожнее, потому что вам будут стараться продать все, что только есть на вешалках. К слову, здесь, наверное, процентов 80, даже, возможно, больше неактуальных, устаревших моделей. Но есть какие-то единицы, на которые, в принципе, можно обратить свое внимание. Если вы готовы искать свой алмаз среди всего представленного, то почему бы и нет. Цены средние, но, естественно, можно торговаться, и продавцы сами предлагают даже уже какие-то скидки, когда вы только примеряете. Но в любом случае, как магазины с большим выбором, где представлено огромное количество изделий, это, конечно, хороший вариант. Но помните обязательно, что очень много неактуальных сейчас уже устаревших моделей, и с ними, конечно, нужно быть осторожнее. Поскольку мы сторонники рационального шопинга, и мы на себе испытали этот прессинг, который здесь происходит, мы бы вам рекомендовали, если вы отправитесь сюда на поиски своей шубы, оставить деньги дома, не брать их с собой, и попросить, возможно, отложить для вас какую-то модель и приехать за ней после. Почему? Потому что вам просто станет неудобно, и вы купите даже то, что вам не нужно, потому что вас, ну, реально здесь могут заставить что-то купить.
А поскольку здесь сосредоточено большое количество фабрик, то есть такая приятная услуга, на наш взгляд. Вы можете выбрать какую-то модель, может быть, даже не из ассортимента этих фабрик, и вам ее изготовят буквально за пару дней, так что это очень удобно. В центре Каньон, и здесь хотелось бы вам показать мультибренд Harvey Nichols. Тут все под открытым небом, очень красиво, время к закату. Алина вчера гуляла по Harvey Nichols, пока я вела занятия. Я уже кое-что здесь присмотрела, особенно я присмотрела навязчивых продавцов. Я думаю, сейчас нам будет не так просто снимать. Либо они испугаются камерой, и нам будет проще, либо они будут еще более навязчивы. Кстати, еще здесь есть Max Mara. Вон она виднеется, большие-большие буквы. Тоже, по сути, здесь и бренды масс-маркет сегмента, и middle сегмент встречаются, и бренды подороже. То есть как-то в Стамбуле предпочитают как раз-таки миксовать бренды различного уровня в одном торговом центре. Это плюс. Да, у нас, потому что все-таки у нас, как правило, люкс отдельно, масс-маркет отдельно. А middle сегмент вообще плохо представлен. Middle сегмента вообще просто нет. И в результате, если ты достаточно свободно себя чувствуешь и можешь как приобрести вещи в масс-маркет-сегменте, так и не прочь что-то посмотреть в люксе, тебе надо ездить в разные части города практически. Здесь же все можно посмотреть в одном торговом центре, это очень удобно. Harvey Nichols – это мультибренд, где представлены различные бренды, и вот в основном люкс представлен в рамках этого мультибренда в этом торговом центре. Здесь у нас есть даже бренд Tom Ford, есть Max Mara, о котором мы уже говорили. Это вот все именно под Harvey Nichols. На первом этаже, я так понимаю, бренды чуть подороже, на минус первом этаже уже middle сегмент. Вот это фабулос, я его хочу послушать. Это, кстати, достаточно большой Tom Ford с косметикой, поэтому... Я очень люблю косметику Tom Ford, это лучшие помады. Ну что есть? Фабулос. С красной линией такой. То есть реклама есть, а аромата нет. Ну так бывает. И посмотрите, сколько помад. Помады Tom Ford. Это великолепно. Мой любимый оттенок... Пусикет. Амуаз. Очень, кстати, хороший здесь выбор Амуажа. Вот это Амуаж Интерлюд он называется. Может, один из моих любимых ароматов. Вообще здесь парфюмерия. Ты? Говорит, что Силаш это тоже очень хороший аромат. Давайте послушаем. Ух ты! Ничего себе. Класс. Maybe try it on blotter.
оценки. Приятный. Ну, мужской, по-моему. Клёвый. Да. Это для... О, бальмен для волос. Надо взять, знаете что? Sea salt. Текстурирующий спрей с морской солью. Это очень-очень. А вот это не... Это вот, не а, он не одинаковый. Не сколько 149. Здесь стоит? 149. Это очень приятная цена для бальмен. Это очень красиво, but I need the maxi size. Thank you. Парфюмов просто шикарный выбор. Рубрика «Джинсовая куртка». Очень много. О, это посылка. О, какая спина. Очень красиво. Сандро, тоже скидка. Это мы с вами в разделе сейл. Виктория Бекхэм, вторая линия бренда, очень красивая. Очень хорошая скидка. Пинка. Сумочки на сейле.
мы платим за жакет, хельмут-банк, за эквипмент и юбка коч. Получается, это сумма все вместе, то есть если ты берешь две или больше вещей, 50% еще на все от цен, которые уже здесь. Мы рассказали вам про самые популярные места шопинга в Стамбуле. Надеемся, это видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк этому видео, подписаться на наш канал. И до встречи в следующих видео. Пока!